Выход из ядерной сделки с Ираном. Это большая ошибка. Это вредит безопасности и авторитету Америки. Иран теперь более опасен. В, чем план. Любой, кто думает, что ответ – это бомбежки, крайне дезинформирован, написала Клинтон в сети микроблогов в Твиттер. В качестве госсекретаря я помогла договориться о жестких международных санкциях, которые привели Иран за стол переговоров. Это будет намного сложнее во второй раз, особенно теперь, когда наш авторитет пострадал, заявила Клинтон. Также будет сложнее иметь дело с другими угрозами, такими как баллистические ракеты и терроризм. Теперь у нас нет рычага давления, а Иран может делать все, что захочет, заключила Клинтон. Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о выходе США из совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном, который обеспечил снятие санкций с Тегераном в обмен на международный контроль над ядерной программой Ирана.